Иван Алексеевич Житков родился в августе 1983 года в Свердловске, нынешний Екатеринбург. Ваня рос хилым и болезненным мальчиком. Впоследствии актер вспоминал, что в 12-летнем возрасте он выглядел как 9-летний. Это стало причиной множества обид и насмешек со стороны сверстников. Все считали его маленьким, а девчонки совершенно не обращали на него никакого внимания. Учился Иван в простой школе, успеваемость была неплохой. Обычно будущие актеры еще в школьном возрасте начинают свой творческий путь в драм-кружков и театральных студий, но Житков подобного опыта не имел. Связей с артистической средой у семьи Ивана также не было, поэтому когда после школы парень решил поступить в театральный вуз, начинать ему приходилось практически с нуля. Конкурс в те времена был огромный, однако свердловский парень сумел превзойти конкурентов и успешно сдал вступительные испытания и был зачислен в школу-студию МХАТ. Во время распределения юноша попал на семинар мастерской театрального режиссера Евгения Каменьковича. Со своей будущей супругой, актрисой Татьяной Арнгольц, Иван впервые встретился случайно. Знакомство произошло на встрече у друзей. Тогда Татьяна была уже достаточно известной актрисой, а Иван Житков только восходящей звездой. Познакомившись друг с другом, молодые люди с удивлением обнаружили, что до этого они в течение 3 лет жили в соседних общежитиях. Пока Иван учился в школе-студии МХАТ, Татьяна заканчивала щепку. Общежития располагались буквально в нескольких метрах друг от друга. Между Иваном и Татьяной с первого взгляда вспыхнуло настоящее и глубокое чувство. Через несколько месяцев после первой встречи в конце 2008 года актеры сыграли тихую свадьбу, а в сентябре 2009 года Татьяна подарила Ивану дочь Марию. Увы, за 6 лет брака отношения исчерпали себя. Летом 2013 года Татьяна и Иван развелись. Бывшие супруги остались в хороших отношениях, по-прежнему вместе воспитывают дочь. После развода журналисты то и дело сватали Ивана с Екатериной Семеновой, на что актер отвечал одно: «Мы с Катей просто друзья». Новой возлюбленной актера стала Лилия Соловьева. Иван и Лилия жили в гражданском браке, завели лабрадора, о котором давно мечтали. В октябре 2017 года стали родителями мальчика Степана. Второй раз ставший отцом, Житков был на 7-м небе от счастья. Но вскоре после рождения Степы отношения дали трещину. Летом 2018 года пара решила пожить отдельно друг от друга. Через 3 месяца супруги дали браку второй шанс и объявили о перемирии. Причем не только ради сына. Но уже в декабре того же года Лилия и Иван, по всему видимому, поставили точку в отношениях. Соловьева призналась, что последней каплей для нее стало появление Татьяны Арнгольц в инстаграме ее мужа. На видео, которое возмутило Лилию, актриса вместе с бывшим и их общей дочкой сидели в кафе. «Я бы проглотила и сделала вид, что ничего не случилось». Но налетели курицы со словами: «Иван и Татьяна, такая красивая пара», написала Лилия, добавив, что теперь мечтам упомянутых куриц ничего не мешает воплотить в реальность. В данный момент Иван Житков является генеральным продюсером «Дофемин», продолжает сниматься в кино. В 2018 году он был занят в сериале «Каспийский» и «Ланцет», играл в спектаклях «Охота на мужчин», «Однажды, дважды» и «Колесо фортуны».